Всем привет! Не обращайте внимания на мои ободранные окна, у нас ремонт. Мы сначала решили, что будет очень красиво, хорошие окна, в принципе, если их вот привести. Первую раму вот так сделали красиво. Вот, мы силой сяты и решили заменять вообще все окна. Все деревянные, хотя они очень красивые, хорошие подоконники. Но подоконники будем оставлять. Деревянные, конечно, не эти, но тоже деревянные делают. А окна все-таки будем менять на пластиковые. Частично мы уже заменили, частично нам это предстоит сделать. Значит, сейчас я хочу показать вам вот такие вот прекрасные розы, которые я купила еще весной. Они у меня стояли на балконе, но время от времени они мне все равно поражались паутинным клещом, всякими букашками, кто их только не ел, и тля, и какие-то гусеницы. В общем, мороки с ними очень много. Вот недавно распустился бутончик, и вот тут вот на тыльной стороне бутона я просто горстями собирала клюв громадную. Вот. И паутинный клещ его без конца ест. Просто вот в громадном количестве. Сейчас вот поверну, где-то тут я даже оставила, чтобы показать вам. Вот тут вот такое место, вот она, эта паутинка. Вот, чем я только не брызгала, всякими средствами, которые я брала для дачников в дачных магазинах. Мыла его, смывала, меняла землю. Ничего не помогает. Вот. И тут в интернете, слава интернету, я нашла средства, правда, не для роз и вообще не для растений, а средства от мух. Вот. Это, значит, в основе этого средства там мухомор. Мухомор режется, заливается молоком. Стоит какое-то время, и потом, значит, на блюдце наливается, и все мухи дохнут. Я вот так вот подумала, если все мухи дохнут, то, может быть, у меня и паутинный клещ пострадает, а вместе с ним и тля. И мы вчера были в лесу, я сорвала один мухоморчик и решила попробовать. Я его просто порезала, шляпку, и залила молоком. Вот у меня плавает там мухомор. Вот он там красавец, он у меня постоял часа 4, наверное. И вот молоко загустело немножко. И я сейчас буду вот этим вот средством покрывать розу, все, что только могу. Тут вот листья вот так вот берешь, и он отваливается просто, потому что все высосано, все соки. Мне надоело уже переводить и деньги, и время, я решила вот попробовать вот свои средства. Если получится у меня, я буду наблюдать, что же все-таки получается. Ну-ка, и этот падает. Вот. То я сниму видео, как я делала вот это средство. Сейчас мухомор еще есть везде в достаточном количестве. Так, и я вот сейчас вот буду наносить. Вот щеточка жесткая для окрашивания, но все равно можно что-то нанести. Вот. И посмотрим, как мухоморы действуют на тлю. Мне кажется, даже землю можно помазать вокруг. Вот я его прям купаю в мухоморе. Эти листики все. Ну, они падают. Так что, в принципе, можно только одни стволы обрабатывать. А лист весь отвалится, я так думаю. Что у него нет силы на цветение, нет силы на новые листики. Нет сил. Я уже тут это по-турецки говорю. Просто его помою в мухоморе. Ну, просто мне уже просто-просто уже не знаю, что делать.
Может быть, хоть что-то поможет. Какие-то вещи такие есть, которые, в общем-то, должны же оздоравливать. Химия надоела, вот такая вот откровенная химия. Вот. И посмотрим, что будет. Там почитаешь про этот мухомор, там и стимулятор, и масса полезных, о, еще лист отвалился, полезных свойств, там и онкология, и все. Думаю, а вдруг мои розочки поможет? Попробуем. Вот еще лист. Начинаешь мазать усиленно, все обваливается. Вот. Посмотрим. Я тут лужу развела, но надо все тщательно промазать. И посмотрим, как это все дело будет. Я думаю, завтра я еще дня три попробую пообрабатывать. Вообще, я, конечно, завтра посмотрю, в каком он состоянии будет. Не загнется он у меня от этой мухоморной процедуры. И если совершенно нормально перенесет, то я еще раз помажу. И так до полного выздоровления, я надеюсь. Ну, что делать? Чистый эксперимент, да. И если это дело будет работать, тогда я покажу, как я делаю вот этот мухомор. Если они еще будут у нас тут в природе. Но они сейчас у нас еще растут. И весь октябрь будет, наверное, расти. Вот. Это не так много надо. Сейчас я вот остатки в баночку перелью, поставлю в холодильник. И потом буду понемножечку брать и вот все это дело обрабатывать. Ну все, такие вот эксперименты у меня. Всем пока-пока.